забавный вопрос. Девушку давно мучает вопрос, не просто волнует, а мучает вопрос про слонов с опущенными хоботами. Для чего используются слоны с опущенными хоботами? Дорогие друзья, слоны, прежде всего, это символ удачи, good luck, да, это символ спокойствия, символ хорошей судьбы, это символ процветания. И если у слонов опущенные хоботы, да, ну, во-первых, это опять-таки есть такое, ну, поверье, что ли, что именно такие слоны, они благоприятны, если пара хочет завести детей. И вот тогда таких слонов, желательно два слона, нужно поставить перед входом в спальню. А если хобот у слона поднят, то это уже защита, и таких слонов нужно ставить перед входом в квартиру, вот таким вот образом, либо в дом.